Резидентские парковочные разрешения начнут выдавать с 1 декабря в Нижнем Новгороде, сообщил глава города Юрий Шалабаев на личной странице в Инстаграм. Их можно будет оформить в МФЦ, на сайте госуслуг или на портале парковки.нн.ру. Предполагается, что срок оформления составит 30 дней, а действовать разрешение будет 1 год. Ранее стало известно, что стоимость резидентского разрешения на парковку в центре столицы Поволжья составит 3000 рублей в год. По словам мэра, их смогут оформить жители домов, которые расположены рядом с платными парковками. При этом на одно жилое помещение будет предоставляться только одно разрешение. Если же собственников двое и больше, придется получить согласие остальных владельцев. Оплатить парковку можно будет разными способами. Отправить СМС на короткий номер, использовать приложение для мобильных устройств на iOS и Android с помощью паркоматов, автоматических касс оплаты плоскостных парковок или в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода. В настоящий момент в Нижнем Новгороде уже работают реконструированные парковки закрытого типа, где уже введена удобная система оплаты. Также работают бесплатные парковки для инвалидов.